ты так зажигала весь зал, такая была обаятельная, поразительная, такая живая. Эх! Какая сложная песня, но ты молодец. Спасибо. Уверенно спела. Ну, в принципе, мне понравилось твое выступление. Спасибо. Она шоумен. Она танцовщица, она балеро, она вообще... Вот постановка, все шикарно. Во все это поверил. Я думаю, сейчас она вот еще вокал как покажет нам. Ну, извини меня. Он такой, понимаешь? Хорошо, я исправлю. Да, но тебе еще как бы есть куда двигаться. Надо походить к педагогу, вокалом позаниматься. Есть куда стремиться. Дай мне шанс, пока говорит «да». Спасибо. Это очень сложно, но я думаю, у Ясмины все впереди. Ей еще надо хорошо подготовиться. А так молодец, хорошо спела. Спасибо. Но я говорю «нет». Ну, я нажал на кнопку, я не могу, да, отказаться от своих слов, да, родная моя. Ты светлый, хороший человечек, но сегодня нет, ладно? Хорошо. Не обижайся. Ясминочка, а я тебя поддержу, я скажу «да», но у тебя все равно 2 «нет», 2 «да», ты не проходишь следующий тур. Ну, ты подготовишься, мы тебя ждем в следующем году. Не плачь, я сказала «не плачь». Ну-ка. Не расстраивайся. Видишь, сцена готова, зрители готовы. Только Ясмину подготовим, все будет в шоколаде. Хорошо, солнышко? Я тебя целую. Удачи. До свидания. Подписывайся на канал Central Asia's Got Talent в YouTube.